Ух ты, ух ты. Герой месяца. Герой месяца. Прикольная расцветка. Герой месяца в рубрике «Самый необычный тюнинг». И при этом на грани не поймешь, то ли круто, то ли не круто. Короче, самый спорный, но прикольный тюнинг месяца. Там что, на Митсубиши чел едет повернутый на своем имени, что ли? Про Алексей какие-то жизнеутверждающие наклейки. Ход дела, чел понял, что тут нечего ловить, и решил себе сделать фору. А, ну не, либо он просто, короче, не, ну чувак, сорян, если ты отсмотришь, но я такой не уважаю. Это чё, блядь, за хуйня такая? Одно дело там, блядь, на желто-оранжевый проехать, это еще, ну типа такое, но еще ладно. Но просто на красный проехать, тем более, ну, в центре, считай, города. Типа, не мог заранее, что ли, обогнать ученика. Самый последний, к нему подъехал и в самый последний момент начал резко перестраиваться. Но увидел меня. Блять, ёбаный в рот-то нахуй. Куда он едет-то, блять? Совсем ебланшевый, блять, ёбаный в рот. Я еще, ну, надо бы уехать из такой ситуации. А я не могу, потому что скорая на встречку, непонятно, куда она поедет. Блять, увидели, он с левой полосы начал в мою вправую перестраиваться. Ёбаный рот, это что, блять, было сейчас вообще? И едет, блять, самое главное, до последнего. Хоть в самом конце остановился, так сказать, и на том спасибо. Вы видели прическу чела? Блин, крутой тюнинг, реально крутой. Чел за трайхардил. Всякие штуки лепить. Опа-на, опа-на, просто видите? Они в свой клуб берут только спортоводов. А чел на нейкеде стоит рядом, как опущенный. Он фоткает, в общем. Сейчас посмотрим, куда дальше поедет. Нужно ли ему было перестраиваться в правую полосу? Сейчас аудит произведем. Нет, естественно, он дальше прямо едет. Почему же ты тогда, братан, не мог проехать с третьей полосы? Почему же тебе надо было обязательно в правую перестраиваться? Блин, просто армия доставщиков, господи ты боже мой, целая армия. Что же их так много-то, я не понимаю, что люди настолько ленивые стали, настолько боятся коронавируса.
Коронавирус, кстати, хорошее оправдание для лени сейчас. Типа, да что-то я боюсь, короче, идти в магазин. Мне не лень, конечно, но что-то я боюсь идти в магазин. А, закажу-ка я доставку. Может, поедем, правда? Выбери, так сказать, стоит Морфеус там, в общем. Морфеус и предлагает две швабры на выбор, зеленую и красную. Какую вы выберете, друзья? Лайк за зеленую, без лайка за красную. О, нифига себе, вы увидите просто. Просто как в повести про Тома Сойера. В общем, дети трясут яблоню в Москве, чтобы стрясти яблоки и хоть поесть хоть немного, понимаете? То есть вот до чего довел курс, так сказать, да, ну. То есть вот до чего довели экономические реформы страну. Короче, на газели, чел. Без фар вообще, без ничего, без габаритов. Сразу выехал, взял в третью полосу. Его не видно, не слышно, блин. Он сразу в третью полосу выезжает. Без поворотников, естественно. Интересно, чем был вызван выбор такого цвета? Как говорится, купил Nissan. Покрась диски в мятный цвет сам. Да не надо, блядь. Ну смотрите, он не уступает. Чел с мятными дисками. А у него еще и юбка мятная. Ничего себе, блин, ничего себе. Вот это вот стиль. Там такой звук. Это у Kia такой звук. Заезд века сейчас будет. А, не будет. Тут у нас зеленый коридор, как говорится. Только наоборот. Все светофоры красные. Уже третий светофор подряд красный. Через 50 метров светофоры. И на всех надо постоять обязательно. Хотя, ну, как бы это главная дорога у меня. Отлично. Организовано движение в Люберцах. Триллиард, хуярд камер. И все светофоры всегда красные. На главной улице города. Отлично. Отлично. Бля, ну и чё стоим-то, ёбаный в рот. Вот вы видели, я хотел объехать сначала, типа, да? И первым проехать. А потом увидел, короче, полицейскую машину, подумал о том, что как бы нехорошо, если понимаете, о чём я. Вот, ну просто, короче, взял, решил по правилам действовать. И тут раз, короче, обязательно кто-нибудь затупит, блин, в этот момент. Ну вот как, вот только хочешь вот себя вести как человек в России, а не получается. Не мы такие. Жизнь такая.
Ух ты. Мистер Ивент практически. Слушайте, это какой? Т1 или Т2? Транспортер. Крутая тачка. Очень. Блин, вот эта тачка у ребенка, просто посмотрите на это. Вся в золоте, какая-то там защита от ветра. Офигеть вообще, вся в каких-то резных рисуночках, в общем. Вся резная. Там, наверное, когда он едет, еще внутри музыка играет типа гламорос, гламорос, гламорос. Как бы мой опыт, опыт общения с людьми помог мне в этом. Охуенно на такси едет, охуенно. Блять, еще один, как вы, бля, едете, ебаный в рот, вы полосы видите вообще?